Всем привет, с вами снова Трибунал, и сегодня мы рассмотрим один небольшой баг. Баг у нас в событиях в войне клуба. Смотрите, да, вот здесь я победил третий рейтинг убийства, третий это сложный, да, вот в трудном. Они только рейтинги идут. Это вот этот вот парнишка, я его убил. Суть в чем, как это происходило. То есть мы можем сделать так, что противник будет стоять и не будет вас атаковать. К примеру, Ремини, да, вот я сейчас нападу на него. Покажу, в чем суть. Просто главное, чтобы у вас хватало мощи убить. Ну, например, Мини, у меня не хватает Эльфирии, у меня не хватает мощи убить. Но именно просто урона, не то чтобы мощи. Значит, все заключается в том, что мы ждем, когда побежит персонаж, и затем пропрыжками убегаем вперед. После чего персонаж бежит к нам, встает и просто ничего не делает. Вот все. То есть мы изначально пропрыжками убегаем, после чего персонаж встает, ну и мы вот просто его начинаем бить. Вот. И все просто зависит от вашего урона, да, что, главное, чтобы вам хватило урона его убить. Ну вот Эрмини, и меня физически не хватит урона, даже как бы я не хотел. Единственный минус — это то, что нельзя использовать все скиллы, потому что скиллы, которые опрокидывают, станет, подкидывают в воздух и тому подобное, то есть они выводят с этого состояния персонажа. То есть, к примеру, если я сейчас использую минку, да, то он выйдет с этого состояния и начнет меня бить дальше. Вот так. Ну, естественно, он меня убьет сейчас, потому что персонаж очень сильный. Вот, то есть вы просто должны использовать навыки, которые не станет, не опрокидывают, просто вносить урон. Поначалу отпрыгнули несколько раз, и все, это вот такой вот интересный баг. В принципе, он может, ну как может, работает со всеми. Единственный нюанс, то есть если это будет, например, боец, да, здесь вот есть боец, Эльфирия. О, нет, не сюда. Трудный, да. Вот, Эльфирия, это боец. С бойцами сложнее. Бойца робот бьет, даже если боец стоит. Но и бойца сложнее поставить в такое положение. Потому что они как-то, я не знаю, они постоянно прибегают. И очень сложно где-то его вот зафиксировать, видите? Он все равно добегает и постоянно, получается, наносит урон. У меня получалось все равно даже с бойцом зафиксировать его, но все равно робот наносит урон. Даже как бы там не было, ну, то есть все равно с роботом будут проблемки. Вот. Но, в принципе, даже того же воина, там, ганнера вообще изи. У ганнера нет ни хп, ни дефа, то есть их проще всего убивать, если они есть в рейтинге. И, соответственно, благодаря этому можно получать больше очков, да, в войне. И также можно получать титулы вот в ранге, да, награда за убийство. Вот первое, за первого, ну, то есть за того, кто в легенда 1, вам дают виртуальную легенду. За того, кто там на втором месте, дадут мастер стратегии, на третьем экс, ну что, имцы войны, не знаю, что там за имцы войны. Ну, у меня вот виртуальная легенда, это за прошлую войну, за первое место я убил человека, ну, персонажа, который на первом месте был. В принципе, это был первый раз, когда я запонял этот баг. Ну, как понял? Ну, попал, смотрю, человек стоит, я его расстрелял. Ну, дальше я начал разбираться, разобрался, и вот спустя неделю выкладываю для вас видео, чтобы любой из вас мог пользоваться данным багом, скажем так, пока его не пофиксят. Вот. Ну, в принципе, все. Такой вот баг. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.